Здравствуйте, с вами Светлана. Мы в магазине Fix Price, город Саратов. Бокал для шампанского 190 мл, 77 рублей, производство России, гусь хрустальный. Выполнено очень качественно, с золотым краем. А также из новинок у нас маслёнка 149 рублей, производитель Kitchen. Вот так вот она смотрится. Это новая коллекция, металл и крышечка. Можно использовать как с крышечкой, так, допустим, и без крышечки. И такая интересная пикантная ручка. Так, производитель, конечно же, Китай. Состав: нержавеющая сталь, полистирол и пластик. Заварочный чайник 750 миллилитров. Kitchen. Отлично подходит для заваривания любых сортов чая. Цветочные, фруктовые, красные, желтые чаи. Лучше раскрывает свой вкус в стеклянных чайниках. Сохраняет полезные ферменты и витамины, содержащиеся в чайном листе. Как же он смотрится, этот чайник? Стеклянный, нержавеющая сталь, ситечка и крышка. Цена 199 рублей. И чашка двойная с ручкой. Вот в такой вот упаковочке. 150 миллилитров. Очень симпатичная. Чашки. Ну, наверное, она кофейная. Стиль зимний Прованс, 55 рублей. Милая. Чашки из зимней коллекции с золотым краем. 55 рублей. Смотрится симпатично. За 77 рублей чашка. Но, по-видимому, она мужская. 370 миллилитров. И состав фаянс. Цвет черный. За 55 рублей белые. 320 миллилитров. И керамика состав. К Дню влюбленных привезли чашки с различными надписями, сердечками. 430 миллилитров фаянс. И различные вариации. Очень милый вот такой вот котик на чашечке с надписью «Любовь». Красная внутри, снаружи она белая. Очень милый смотрится. За 55 рублей чашка белая, удобная ручка. 350 миллилитров фарфор. Здесь она немного рифленая кверху. За 77 рублей широкая большая чашка. Фирма Kitchen, 500 миллилитров фаянс. Внутри и снаружи она белая. За 77 рублей емкость 550 миллилитров. Состав керамика, цвет белый и черный. Очень похож на кружку, но без ручки. Тарелка из новой коллекции за 99 рублей. Белая, края темно-синие. 26 сантиметров. Смотрится шикарно. А также есть тарелочки 18 сантиметров, 50 рублей. Есть немного грязные, но можно выбрать и почище. Вот такие вот. Вообще нужно смотреть края. Так, состав у нее мы сейчас посмотрим. Состав фаянс. По качеству, кстати, они очень-очень классные. Салатницы за 149 рублей из новой коллекции Прованс. 1,25 миллилитров, 149 рублей. С небольшим рисунком. И края черные. С
салатники. Салатники от фирмы Kitchen, 810 грамм, литров, миллилитров, фаянс. Также темная каемочка идет. И за 77 рублей. 550 фаянс. Без рисунка, просто каемочка такая вот черненькая, аккуратненькая. Тарелка суповая. Рисунки различные. 17,7, 55 рублей. Тарелочки все же здесь еще лежат. 149 рублей, опаловое стекло. Но, знаете, на столе их расположить очень неудобно. Они большие, вот эти вот края такие неуклюжие, можно сказать. Мне не нравятся они. Миска. Миска 149 рублей, фирма Kitchen, на 4,6 литра, нержавеющая сталь. И есть еще миски в наших магазинах, очень качественные, кстати, и расцветка персиковая, фиолетовая, серая. Они идут без крышек, очень удобно замешивать тесто. На 3,2 литра. На 3,2 литра миска. Также нержавеющая сталь, но она идет с крышечкой. Крышка плотно прилегает. Есть две ручки. Мне показалось, она очень удобная для замешивания теста, а также делать салаты. Также нам привезли миски от фирмы Kitchen на 2,5 литра. Нержавеющая сталь. Здесь уже цвет серый. Очень приятный, качественный. Единственное, вот смотрите, здесь есть небольшие сколы. Нужно обязательно смотреть внимательно. Цена 149 рублей. А также есть вот в таком приятном сиреневом цвете. А в новинках у нас появилась вот такая вот интересная подставка для запекания курицы гриль. Держатель обеспечивает равномерное пропекание курицы. Что нужно сделать? Установить подставку на противень или специальную форму и закрепить тушку птицы на металлическом каркасе и поместить в духовку. Производитель Kitchen. А в новинках появились подставки под горячее. Цена 55 рублей. Фирма Kitchen. Лаконичная, спокойная и не занимает много места. Пришли к нам вот такие вот этажерочки в сером и розовом цвете. Это полка угловая, евро 2 секции. Город Тольятти, Россия. Стабилируются друг на друга, очень удобно. Форма такая треугольная. Но под нее нужно много места. Штора для ванной 180 на 180, прочная. Из водоотталкивающей ткани на 12 колец. Голографический у нее эффект. Цвет, вы видите, свежая зелень. Также есть розовые, спокойные тона, белые, сиреневые, и еще есть вот такое вот качество в клеточку. Набор для ванны в индивидуальной упаковке. Цвета в ассортименте. Что входит в этот набор? Мочалка. Три мочалки.